Традиционно фестиваль тюльпанов приходится на апрель, когда степь покрывается краснокнижными растениями. Тюльпановые поля ежегодно манят в регион многочисленных туристов, желающих успеть созерцать их кратковременное цветение. Помимо этого, в столице республики каждые выходные проходят различного рода активности. Культурные программы включают концерт не только на главных туристических местах, но и в отдельных спальных районах города. К примеру, в обновленном парке «Молодежный» для любителей творчества были представлены театральные постановки. Вот, Сирен, если вправду вымрет все живое, уцелеем только мы вдвоем. Разве счастье мы с тобой найдем в ледяной пустыне на могилах матерей, отцов, подружек милых? Постановка, естественно, мне очень понравилась. Во-первых, это классика калмыцкой литературы Давида Никитича Кубультинова «Саргирел». Вообще многие ставят, но я думаю, что, учитывая непрофессионализм школьников, сегодняшняя постановка была действительно шикарной. Ребята постарались, и это было не просто прочтение по ролям, это было действительно театрализованное представление с элементами музыки, с танцами, с хором. И здорово, что вот ту музыку, которая была в постановке, как оказалось, это записал хор нашей школы, 20-й школы. Я желаю нашей школе победы в этом конкурсе. Конкурс действительно очень классный. Это здорово, что он возобновился. Очень понравилось, не ожидали, что дети так могут выступить. Пришли на... Внучка у нас танцевала, поэтому рады, что так получилось. Хорошо, первое впечатление очень хорошее. Довольны остались, прекрасно.